Посмотреть на то, как выращивают кубанские сорта семян, приехали помощник президента Андрей Фурсенко, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Кутюков и губернатор Вениамин Кондратьев. Гости осмотрели поля и фитотронно-тепличный комплекс. А уже после в кабинетах говорили о развитии этой отрасли. Как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня нельзя говорить об импортозамещении, если большая часть семян привозится из-за рубежа. Нужен собственный кубанский семенной фонд. В разговоре главу региона поддержал и Андрей Фурсенко, отмечая, что сегодня это приоритетное направление в агропромышленном комплексе. Участники встречи сегодня также побывали в нескольких районах края. Они смотрели поля с высоты птичьего полета.